Всех приветствую. Ну что, продолжаем готовить бензовоз наш к работе. Так, у меня получается есть 5 дней. Что мне надо делать? Попросил, говорю, дайте солидола. Привезите, смазать седло. О, блядь. Пол ведра привезли. Ну ладно, лишним не будет. Седло промажем. Далее, что? Ну, естественно, это сейчас пока стекло еще не купили. Сейчас я все вот это дело буду проклеивать скотчем, чтобы оно не рассыпалось где-нибудь у меня. Это что? Это два. Дальше, соответственно, все отклеивать вот эти, которые уже отошли, наклейки. Ну, вот это нормально сидит, пусть сидит. Сзади что? Сзади вот эту, скорее всего, придется снимать, клеить новую, потому что тут будет огнетушитель висеть. Но эту тоже обновить можно. Эти пускай висят, еще 60 надо докупить. Ну, соответственно, вот эту. Ее прям сейчас уже можно содрать. Эту новую. Ну и основное. Будем красить крылья, весь задний отбойник. Ну и по уму, конечно же. А, ну что, вот это что нам сделали? Будем красить. Купил катафоты сюда. Ну, сюда два, и с той стороны два. Бампер буду в черный цвет красить. Ой. Из меня... Маляр-то еще тот, конечно. Вот. Вот это все хуё-моё. Так. Ну и по уму, я не знаю, я краски пока одну банку купил. Надо, конечно, бы, чтобы вид был, еще покрасить и вот этот ящик. Что у нас тут, значит? Из меня маляр-то, как я говорю, еще тот. Значит, купил я вот краска черная, отвердитель. И надо добавить какую-то вот такую херобору. Тут кисточка. Это баллончик купил, чтобы красить бампер. Это у нас спирт, еще со старой работы оставшийся, чтобы... обезжиривать, так сказать. Ну и вот 4 катафотки вот эти на двойном скотче. Мы их не будем подключать. Просто вот этот провод заизолируем. По той причине, что с той стороны провода нету вообще. Просто для вида их вот сделаем. Так и так. Вот. Вроде как сегодня-завтра погода солнечная. Сегодня 1 июня. Всех, кстати, с праздником детей, у кого есть. И вот надо мне за сегодня, завтра это покрасить. Конечно, в таких условиях вон тут это полиный пух летает. Получится так себе, но все равно, я думаю, это будет лучше, чем это есть сейчас. Тут вот купил наждачки, 60-ки и 500-ки. Буду зачищать. Все, будем потихонечку начинать. Да, я чувствую, я за сегодня-то покрасить не успею. Сегодня, дай бог, только зачистить все. Вот минут 15 только вот эту вот верхнюю он подзачистил 60-кой. Еще 500-очкой сейчас сверху пройтись. А тут зачищать-то ого-го еще. Вот. Ну ничего, потихонечку как-нибудь сейчас сделаем. Поэтому сейчас, наверное, надо бампер все-таки с баллона сейчас покрасить за сегодня. Потом вот это все зачистить и завтра с утра прийти. Это все кистью покрасить. Ну, как я и говорил, маляр из меня так себе. Это я первый раз в жизни вообще сейчас что-либо красил.
просто ролик в Ютубе посмотрел. Ну, во всяком случае, лучше, чем с белым. Издалека даже и не видно. Так вот, если только близко подходишь. Где-то, ну вот подтек у меня. Ну, есть вот такие вот места. Но учитывая, в каком состоянии этот бампер был, можно сказать, он новый теперь. Вот баллончика мне четко хватило на бампер. Ну и вот на эти вот штуковины. Как раз. Отбойник этот снизу кисточкой покрашу тоже в черный цвет. В принципе, я считаю, неплохо. В сравнении с тем, что было. Очень даже. Вот, пускай сохнет. Пойдем. Так, нет, не шкурить, надо все-таки сейчас заклеить стекло. Так, тихо, спирт тут у нас валяется. Опа. Вот. Да уж, мне сказали так, лайтово просто покрасить, чтобы вид имело. А я что-то как заморочился, вот этот только верхний отбойник уже 2 часа шкурю. Он уже, в принципе, красиво смотрится по сравнению с нижним, можно не красить. Вот, везде, здесь он зачистил, с боков, сзади все. Вот. Сейчас нижний уже так сильно не буду, но нижний попроще, там ни номера, ни фонарей, ничего. Ни отверстий вот этих нету. Номера-то огонь на прицепе. Самое то на Мурманск гонять. На этой табочке, естественно, Мурманска не будет. Тут большую, если купят, там уже и Мурманск появится. А так, что у нас? Бампер высох уже, все. Стекло я вот проклеил скотчем. Так, чтобы не рассыпалось. Вот. Бампер вообще, он как новенький выглядит. Отбойничек снизу тоже еще кисточки надо будет прокрасить черным. Вот. Сейчас время уже без 28, ну, наверное, пока светло, часов до 11 поработаю, да, домой пойду. Завтра с утра продолжим. О, ну вот, вот эту сторону я уже прочистил. Вот. А вот эту нет. Ну, тут только молотком отстучал, чтобы оно поотлетало все. Ну, мне кажется, хватит, потому что дальше чистить, ну, это вообще жесть будет. Наждачка уже... Один лист наждачка уже израсходовал. Вот. Сейчас будем... Ну, так счищает, в принципе. Нормально. У нас очередной рабочий день. В общем, еду я в ремзону, в авиагородок, ставить огнетушители. Потому что короба новые, современные, а крепления на этой бочке я хрен знает, как их поставить. У меня не, ну, те крепления не подходят. У меня ни болгарки, ни хера инструмента нету. Сказали туда приехать, там будут ставить. Ух ты, ёпта, КамАЗ 4308, тягач. А, малыш такой. Вот, у меня тут хаос вообще. Знаки эти куда-то крепить надо, наверное, на крышу под этот козырек. Спойлер. Потому что надо тут заново порядок наводить. Сумку ОДР разбирать, вон сзади лежит. Зачистил я все отбойники, все крылья, все, что мне красить надо. Но не красил, потому что 3 дня дожди лили. Вот сейчас с ремзоны вернусь, буду спиртом все протирать и красить. Пока что план действий такой. Погнали. В общем, я уже к себе на базу приехал. По огнетушителям мне вот такая... Идея оригинальная в голову пришла. Сначала пытались их сюда присобачить. А потом думаю, там этих петель нету, куда второй. И тут я вижу вот эту вот планку, на которой, так сказать, все делаю. И думаю, а почему бы их с двух сторон не захерачить сюда? И вполне себе. Очень даже. Все, вон сам огнетушитель внутри. На ремешках вон затянут.
Здесь еще проволочка на всякий случай. Потому что опыт, когда улетают огнетушители, у меня уже есть. Правда, через низ. Вот здесь тоже проволочкой подзатянул. Все четко сидят даже он. И смотрится так, ну, неплохо. Симметрично. Вот. Знаки опасности вот туда наверх закинул. Так. Наклеил две наклейки. Вот эту старую оставил, рыбку. Получается, вот новую приклеил. Третий класс. Здесь. Ну, я думаю, эти обе оставим. Потому что я-то думал, что вот сюда огнетушитель прикрепится. Это убирать. Ну, пусть остается. Это тоже ничего. И вот эту новую приклеил. Сейчас план действий какой? Значит, крашу вот эти, как их назвать, думайте сами. И сюда надо будет на двойном скотче это заизолирую, уберу. А на двойном скотче катафоты купил. Ну и надо сегодня, пока вот погода, солнце светит, успеть покрасить отбойники. Сейчас их спиртом все это дело протрем. И в идеале еще и крылья. И пускай завтра до 9 утра сохнет. В 9 утра в Волхов поеду. Ну там уже на допок поедем, я непосредственно покажу, как проходить, какие документы нужны, что с собой брать. Вот. А, еще мне надо знак ограничения скорости, наклейку на лобовое стекло наклеить. И вот сюда вот наклейку заземления. Заземление у нас в этом ящике. Вот. Ну что, будем опять малярские способности проявлять. На этот раз уже краской с кисточки. Там еще, блядь, отвердитель какой-то. Еще там растворитель какой-то. Короче, всю эту хрень надо перемешать. Сейчас будем разбираться, так сказать. Что мы имеем? Краска, отвердитель, разбавитель. Ну и кисточка. Как мне объяснили, вот эту всю хрень сюда перемешиваешь. И отсюда, ну, где-то половинку. Тоже сюда, тоже перемешиваешь. И потом этим вот начинаешь красить. Я хер знаю, что с этого получится. Ну, попробуем. Ну, что-то получилось. В одну емкость, естественно, не влезло. Он взял бутылку, туда половину перелил. Так. Берем наш спирт. Спирта жалеть не будем, у нас его жопой жуй. И в первую очередь надо нам покрасить вот сие, данную композицию. Поэтому сейчас спиртиком это дело все протираем. Что-нибудь сюда на крыло постелю. И начинаем красить. Так, ну ладно уж. Как крашу снимать не буду, а то я и так-то красить не умею. А тут вообще жизнь будет. Так, ну верхнюю часть отбойника покрасил. Не знаю уж как, но... вроде как что-то получается. Сзади тоже. Сейчас вот тебе надо внутренние покрасить и потом низ. Вот, ну и эти фиговины в первую очередь. Как я говорю, вроде что-то даже получается. Думаю, надо будет с баллончика еще вот это, листву прокрасить, лестницу купить. Тоже покрасил. Вот. Ладненько, пошел дальше. Эх, время 22:15.
Самолет на посадку заходит, светло, погода хорошая. Так, 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 ну что, принимайте работу. В принципе, строго не судите. Так сказать, первый раз я, как говорил, красил. Значит, вот ящик у нас уже был покрашен с ремонта. Ну вот, я покрасил, получается, крыло. Вот эти, хер знает, как они называются. Ой, извините. Красил просто, вот зашкурил и кисточкой. Ни грунт, ничего не наносил. Соответственно, оба отбойника, верхний и нижний, вот эти вот перемычки между ними. Вот. Вот это крыло. Отбойник я, соответственно, с задней стороны покрасил. И, собственно говоря, на этом моменте у меня краска закончилась. Я еще хотел вот этот ящик покрасить. Здесь хотел скотчем эти дыры залепить. Ну, обезжирить, спиртом все протереть, скотчем залепить и скотч сверху покрасить. Но краска закончилась. Так что придется, наверное, еще покупать баночку краски. Это у меня 800-граммовая была. Ну, я думаю, грамм 400, чтобы ящик покрасить. И лапы, и всю вот эту вот лабуду ржавую. Потому что что-то я уже загорелся все это в черный цвет единый привести. Значит, наклеечку вот эту я новую наклеил. Вот эту тоже поменял, тут плохая была. Знака 60 я нигде не нашел, поэтому будем пока 70 из 90 ехать, ездить. Ну, вот такой вот видок сзади. По мне так неплохо, ну, блин, теперь брызговики всю малину портят. Надо, наверное, брызговики тоже с баллончика будет в черный цвет захерачить. Тоже почистить их. А, чего здесь? Это эти две были. Значит, вот здесь у нас заземление. Заземление в этом ящике. Ну, как заземление, там, блин, подобие заземления. Там, оно, наверное, уже 300 раз нерабочее. Вот этот знак я наклеил, тоже новенький. Ой, в кабину не буду заходить, там опять бардак. Сейчас буду все разбирать. Так, вот. Значит, знак ограничения скорости наклейку я поставил. Стекло скотчем, как смог, тоже все заклеил. Ну, вот бампер покрасил. Ну, конечно, с бампером, с таким, вид вообще другой. А, ну вот еще отбойник снизу я сегодня отстучал. Надо тоже его в черный цвет будет залить. Так. Ну, все. Сейчас все тут складываю, прибираюсь. Завтра едем в город Волхов получать допок. Сначала диагностическую карту, потом допок. Но это я уже расскажу в другом видео, как получать, что и куда. А, ну вот, соответственно, огнетушители мы еще сделали. То есть так нормально получилось, симметрично. Я голову ломал, куда их. Главное, чтобы не улетели. Ну, на четырех болтах каждый. Вот. Резину переобули. Континенталь у нас теперь новенький. Ну, а, собственно, все остальное, все по-старому. Вот. Ну да, как я и говорил, конечно, еще куплю баллончик. Вот эти все крылья, лесенку, все в черный цвет. Задние крылья уж не будем, ладно. Отбойник, соответственно, снизу. Ну и, наверное, брызговички сзади на бочке. Все, буду сейчас потихоньку прибираться, да, собираться уже домой пешочком пойду. Вот.